Вы знаете, какой мощный старик. Это гигант мысли, отец русской демократии и особо приближенная к императору. Друзья, привет! В общем, я вот тут вам нарисовал такую вот штукенцию. Пришла мне, значит, идея в голову, что если вот такой вот сделать галактический коммуникатор. То есть такая как бы мобильная связь, только в космосе. Ну, для чего это надо, к примеру, ну вот какой-то, на какой-то планете, допустим, установлено какое-то оборудование. Вот, а где-то в космосе есть там другое оборудование. Вот, в галактике я имею в виду, ну в нашей, допустим. И чтобы вот как-то связываться, нужно вот специальное устройство, типа вот мобильного телефона. Поскольку галактика очень большая, то как бы это, ну там антенны, это все не пойдет. Нужен специальный какой-то прибор, который будет работать вот на дальние расстояния. И вот я подумал, что вот как бы вот такой вот он должен быть. Вот его тут зарисовал вам. Сейчас, значит, расскажу, что это такое. Здесь у него всего две кнопочки. Ну, это такой небольшой как бы наладонник, можно сказать. Это крышечка, она закрывается. Ее можно открыть. Потом здесь вот две кнопочки. И такая как бы вот, я так думаю, из чего-то матового, такого полупрозрачного. А здесь вот кнопочка включения. Значит, как он, по моему мнению, должен работать? Кнопку включаешь, вот здесь вот. Значит, эта штука, она как бы должна проецировать нашу как бы галактику, ну, либо в пространстве, либо как-то это. Как-то, чтобы можно было выбрать, где находится та точка, в которую надо отправить сообщение. Вот, то есть нажимаешь, как бы тут проецируется каким-то образом непонятным, планета там или какая-то звезда, то есть ее активируешь, потом, то есть она отправляет не голос, а как бы мыслеформы, то есть нажал, подумал, что ты хочешь там отправить, или запрос, или какую-то просьбу, вот, потом вот эта кнопочка слева, как бы туда, это, и нажимаешь отправить, он сам там внутри себя, значит, это дело обрабатывает, как-то компонует и засылает туда, куда надо. На той стороне человеку там, допустим, приходит уведомление, или где-то там в группе в какой-то, что пришло, вот, допустим, сообщение. Значит, он также достает эту коробочку, открывает, он видит, нажимает, он видит, где там активная, допустим, какая-то точка, откуда пришло, значит, сообщение, и нажимает вот эту кнопочку «Принять». Нажимает «Принять», и у него сразу там в голове образуется вот эта вот самая мыслеформа, которую ему передали. Вот. Ну, это может быть там начальник, или наоборот подчиненный какой-то, либо с каким-то вопросом, там просьбой или запросом, что-то такое. То есть не просто там, значит, это как-то вот подумал там в космос, отправил мысль свою, а вот специально такое вот устройство как бы для точечной переправки сообщения, то есть в ту точку, в которую надо. Ну, примерно как-то так вот он должен работать. А в чем речь? Будет интересно. В общем, как сделать такую штуку? Коммуникатор не спрашивайте. Я, в общем, сам не знаю. И не представляю, как она там может быть устроена. Ну, по всей видимости, это какие-то неземные, там, скажем, галактические технологии. Очень продвинутые. Ну, а поскольку я как бы это вот предположил, подумал об этом, скорее всего, это как бы уже есть, оно работает, просто нам оно как бы это недоступно. Ну, я имею в виду нам тут на Земле. Оно, во-первых, нам и ни к чему, вот, может быть. А так вот людям, не людям, там, другим цивилизациям, наверняка они такими штуками пользуются. Ну и примерно, наверное, как-то так вот выглядит.